Сослан Петрович Андиев. Легендарный. Один из любимейших героев Осетии. Своими победами он окрылил всех. Он дал поверить молодежи, которая шла за ним, что они тоже могут добиться высочайших результатов. Так и случилось. Многие его последователи достигли больших успехов, чем он сам. Но Сослан Андиев был тем, кто проложил им путь. Он был первым, и этого не изменит ничто. Первый олимпийский чемпион – это достижение очень серьезное. По стопам можно пойти, когда ты уже знаешь, куда идти, и когда дорога протоптана, уже по нему легче идти. А когда ты не видел примера, кто достигал этих целей, кто становился олимпийским чемпионом, в его случае таких не было в Осетии. Еще в детстве, в школе, когда я шел на урок физической культуры, и перед входом висел портрет Сослана Андиева, на который, конечно, не молились, но это было чувство, когда ты смотришь на этот портрет. И это реально был супергерой для нас. Он настолько был привлекателен как личность. И это не только из-за своих спортивных достижений, а именно как личность. Как удивительное сочетание в человеке огромного таланта, трудолюбия. Человек, который добился самых высоких, какие могут быть в спорте, достижений, и при этом остался простым, скромным, обаятельным, обычным человеком. Вот говорят, что один человек не делает погоду для нации. Я с этим не согласен. Безусловно, через Сослана многие полюбили Осетию, многие полюбили мощнейшую страну СССР благодаря Сослану, потому что его же соперники его и боготворили. Его отношением в спорте, его отношением в дружбе, вот, он был неповторимо, конечно. Отцом Суслана был знаменитый в Осетии силач Петр Ахмедович Андиев. При росте 2 метра 18 сантиметров он весил 136 килограммов. Увлекался гиревым спортом и был абсолютным чемпионом Северного Кавказа по борьбе. С юных лет Петр Ахмедович работал на заводе «Электроцинк». Там и встретил будущую спутницу жизни Наталью Даниловну Редько. В семье Петра Ахмедовича и Натальи Даниловны было четверо детей – дочь Светлана и сыновья Геннадий, Сергей, Сослан. Старших мальчиков отец определил в борьбу, а вот младшего не успел. Сослану было всего 8, когда не стало отца. Забота о семье легла на плечи старшего брата Геннадия. Жили мы вот на Владимирской Слободке. Наши родители были соседями. И все дети жили практически вместе, дружно. Школа, отдых после школы, игры. Ну, вот Сослан был в те годы, насколько я вот знал его с малых лет, мы дружили. И он был такой пухленький, добродушный парень, мальчишка, который, как и все мы, любил играть в футбол. Больше всего он любил играть в футбол. Говорить о том, что он мог стать великим борцом можно было только судя по тому, кто его был отец и кто были его братья. Школьником Сослан был примерным. Учился на отлично. Его портрет висел на школьной доске почета. Когда мальчику исполнилось 12 лет, старший брат отвел его к Асламбеку Цгоеву, одному из самых знаменитых в стране тренеров, основателю осетинской школы вольной борьбы. Асламбек Захарович сыграл ключевую роль в становлении будущего чемпиона. Сослан, когда пришел в зал к Асламбеку Захаровичу Цгоеву,
он был пухленьким мальчиком. То есть таких особых каких-то данных у него не было. Но я думаю, что Асланбек Захарович увидел в нем трудолюбие и огонек, который был у Суслана. И он с ним очень серьезно работал, он акцентировал внимание на нем. Зная физические данные Суслана, Асланбек Захарович строил для него индивидуальную программу развития и овладевал, чтобы он техникой борьбы, определенными приемами, которые бы давали ему успех. Он, видимо, чувствовал, что из Суслана получится великий борец, но для этого надо к нему подойти совершенно по-другому, потому что его физические данные были не такие мощные, как у братьев. Геннадий был невероятно сильный, физический отец. И вот Асланбек Захарович, зная его физические данные, подошел к нему индивидуально. Он для него строил план. Асланбек Захарович, безусловно, сделал Суслан Петрович, заложил в него самое главное, заложил все первоосновы, азы вот, для того, чтобы сегодня продолжать работу. Я думаю, что он именно поэтому достиг. Тренеров много, но есть такие тренера, когда они просто находятся рядом, ты знаешь, что делать. После того, как обстоятельства вынудили выдающегося тренера покинуть республику, старшие братья взяли судьбу юного спортсмена в свои руки. Сами именитые борцы Геннадий и Сергей посвятили все силы, весь опыт воспитанию будущего чемпиона. У Суслана как бы не было другого пути. У него как шоры у лошадей, как бы вот он видит свою дорогу. С этой стороны стоит Гена, с этой стороны стоит Сергей, и они шли с ним рядом. Через 5 лет после начала тренировок началось восхождение Суслана к вершине Олимпа. На первом турнире спортивном в марте 1967 года первенство российского «Динамо». Мы были в одной команде. Первая наша поездка. Обратите внимание, Суслану только через месяц исполнялось 15 лет. То есть это было юношеское соревнование первенства российского «Динамо». Как известно, и тогда, и чуть-чуть сегодня, многие юноши подделывают документы на 1-2 года. То есть ему, 15-летнему, пришлось бороться чуть ли не с 18-летним, 20-летним. 20-летним парням. И мы были свидетелем, это был его первый успех, как этот подросток, абсолютно без мышечной массы, а он боролся в весовой категории до 87 килограмм, полутяжелый вес по юношам. Он блестяще выступил. И тогда все мы, друзья детства его, поняли, что это восходящая звезда. И на самом деле, уже через 2 года Суслан Андиев стал победителем чемпионата мира среди юношей в США. Затем была победа на первом чемпионате СССР по вольной борьбе. И вот уже в 1973 году молодой атлет одержал свою первую взрослую победу на чемпионате мира в Тегеране. Восхищенные иранцы назвали нового чемпиона мира Суслана Андиева вторым медведем. На олимпийский ковер Монреаля 1976 года Суслан Андиев вышел 4-кратным чемпионом СССР, 2-кратным чемпионом мира. Он одержал 4 чистые победы и 2 по баллам. В финале победил борца из ГДР Роланда Герки со счетом 22-9. В период между 2 олимпиадами Суслан Андиев значительно пополнил свою коллекцию наград и на олимпийский ковер Москвы-80 вывел сборную Советского Союза по вольной борьбе в качестве капитана. И вновь ему не было равных. 5 схваток, 5 побед. Триумфом советского спорта стали 22-е Олимпийские игры в Москве. Как и на прежних Олимпийских играх, богатыри Северного Кавказа завоевали золотые и серебряные медали. Он представлял глыбу, ту страну, которую, вот, за которую мы и выступали. Мы готовы были выложиться на все 100, но не отдать медаль. И чтобы наш гимн сыграл, это действительно, это правда.
у нас соперничество внутри страны, а за ее пределами мы приносили медали нашей стране, Кавказу, своим семьям. Как супертяжеловес, Сослан Андиев привнес новую эстетику борьбы в свою весовую категорию. Он не был массивным, он был атлетично изящным. Уступая в весе, он не уступал в скорости, силе и выносливости. Именно в этом балансе и крылось его преимущество на ковре. И он привносил такую культуру поведения на ковре, что никто с ним, выходя на ковер, себе не позволял грубости. Он с таким изяществом обыгрывал своих соперников, не делая им больно или не боролся жестко, что они даже не могли на него обижаться. В наше время немножко тяжи, чаще видим, как они борются физически за счет своей массы, за счет своей мощи. А смотря на Суслана Петровича, он делал прием, я не знаю, вам это будет о чем-то говорить, но я думаю, все спортсмены, которые занимаются этим видом спорта, они меня поймут. Он больше акцент делал на технике, он делал и проходы в ноги, и даже броски он делал красивые. Не часто в наше время увидишь тяжелоатлета, который бросает броки через мост. Он всегда думал, когда боролся, и боролся красиво, очень красиво. Он не цеплялся за помощь судей. Он шел всегда вперед, он знал, что будет делать. На каждого соперника у него была своя тактика, безусловно. У него были отточенные технические действия. Это перед Олимпийскими играми у нас с ним произошел в Москве на чемпионате СССР отборочный к Олимпиаде 80. Естественно, я был настолько уверен и был в отличной форме. Но вот та его необъяснимая чувствительность, я мог спокойно пробороться и выиграть, но он, когда я его схватил, я хотел захватить сзади, элементарным маленьким движением, поднятием одной руки, весь мой план раскрыл, и я не смог потом его отыграть. Я проиграл ему схватку. На Кубке мира в США в 1973 году финальный матч с командой США складывался неудачно для наших спортсменов. Исход командной встречи зависел от последней схватки Андиева с гигантским Крисом Тейлором. Разница в весе составляла порядка 110 килограммов в пользу Тейлора. Сослан победил знаменитого супертяжеловеса. Восхищенный мастерством соперника, побежденный в тот же вечер пригласил Сослана в свой дом на званный ужин, посвященный чемпиону. Сослан не обладал рельефными мышцами. Да? Вот есть такое понятие в нашем спорте, как скрытая мышца. Вот у него была скрытая мышца. Но у него был мощный сигнал, который подавался мышцам, и мышцы это выполняли. Та техника, такая мягкость, такая взрывная, такая быстрая атака, как у Сослана, я не встречал. Он знал борьбу, как вот... как азбуку. Проиграть ему для меня было огромной честью, потому что он меня заставлял держаться в хорошей спортивной форме. После побед на Олимпиадах в Монреале и в Москве Сослан Андиев считался одним из фаворитов Олимпиады в Лос-Анджелесе 1984 года. Но Советский Союз бойкотировал эти игры. Не попасть на Олимпиаду из-за политических каких-то моментов, это, наверное, очень обидно, очень тяжело вообще с этим справиться. Я уверен, если бы Сослан серьезным образом стал готовиться, зная его интеллект, зная его умение контролировать и себя, и свой характер, и готовить свой организм к главным испытаниям, вполне возможно, чтобы он в 1984 году
мог и третий раз стать олимпийским чемпионом. После 30 в единоборствах, в борьбе очень сложно сохранять свои позиции, поэтому он чувствовал момент, когда ему надо вовремя идти, надо вовремя уйти победителем. Вот он это красиво сделал, ушел победителем. Когда о нем, вот, о нем снимали, не о нем снимали, а снимали, так сказать, «Знай наших» фильм «Казахи», вот, то режиссер о нем знал. И знал хорошо. Недавно меня пригласили сняться в роли знаменитого Рауля Буше. Гордости Франции начала нашего века. Я старался как мог, хотя это моя первая и, надеюсь, последняя роль в кино. Когда меня спросили, почему отрастил усы, я сострил. Во-первых, говорю, я настоящий француз. Во-вторых, наверное, когда спортсмен становится плохим бойцом, у него появляются способности хорошего актера. Надо это проверить. Знаете, он даже вот если посмотреть, даже не почувствует, что он не профессиональный актер. Вот. И ему само это так нравилось, знаете. Я говорю, Суслан, я говорю, в тебе талант пропал актерский, я говорю. Ты должен был быть актером. Первую работу я о нем сделал для киножурнала, был такой «Северный Кавказ» журнал, и сделал спецвыпуск. Фильм назывался, вернее, журнал назывался «Ковер, которому нет конца». Вот. И вот тогда началось. Я подумал, дай-ка я за ним буду следить, дай-ка я ближе вот с ним так буду знакомиться, общаться. Я начал следить за ним, как говорится, следить, и кадр за кадром где-то фиксировал одно, второе, третье на соревнованиях, других соревнованиях, и вот так мы, у нас пошла эта дружба. Рано или поздно актер превращается в зрителя. Рано или поздно. А если борьба весь смысл твоей жизни? Если каждая мышца кричит, потренируй меня, потянись, побегай, найди соперника или борись хоть со столбом. Трудно начинать, но еще труднее остановиться. А может, в это надо не верить даже лежа на лопатках? Засмеют, скажут, не понял. Ну и пусть. Наоборот, понял, что надо встать и идти дальше. Теперь надо будет бороться с собой. А здесь надо быть только первым. Надо. Семья, любимые дети были главным смыслом жизни Суслана Петровича. Жена Лина, дочери Зарина, Мария, Лика и сын Георгий. Он был, не знаю, самый замечательный, наверное. Меня поразило, когда еще совсем были молодые, старшие девочки были маленькие. И приезжал он на сборы с девчонками. Какой оказался папа, вот такой большой, казалось бы, думаю, какой он нежный папа. Я видела, как он ухаживал за девочками, как он их там причесывал, в кино водил, угощал. Это, меня это просто потрясло. Это не каждый папа сможет вот так общаться с девочками. Даже вот я помню, как он на них смотрел с такой нежностью, с такой любовью. Но это описать невозможно. Вот лично мои детские воспоминания не наполнены папиным присутствием, хотя мама говорит обратное, что он был редко дома, но при этом настолько качественно, если можно так сказать. То есть это папу просто нужно было знать. Это были фокусы, это были развлечения, это были игры, это были домашние концерты, это было чтение. Я не знаю, вот просто начинать рассказывать, не закончить. Я знаю, как Сослан долго ждал сына. Когда наконец-то Георгий родился, я думаю, счастья не было предела, потому что три девочки, и потом Георгий. И когда мы приезжали в Владикавказ, он же от него просто ни на шаг не отходил. Он, по-моему, у меня такое чувство было, Сослан без него дышать не мог. Я папин. Всегда. У нас всегда приходил папа и спрашивал, ты чей, говорит, сын? Кого, говорит, больше любишь? Везде с ним я ходил,
Вот прям мелким был. На все турниры ходил с ним. Манеж я облазил вот и дом мелким. Маленьким, точнее. Потом, и когда папа был президентом клуба «Алания», я и на стадионе с ним постоянно бывал. Больше папин. Папа дома – это был человек, который оберегал свою семью. Поэтому мы не знали о его переживаниях. Он не позволял себе нам высказывать свое недовольство или горести. Он был настолько мудр и силен внутри, что мы были окружены такой заботой, и он нас так оберегал, что мы этого всего не знали. Дома он был жизнерадостным, дома он был отзывчивым, добрым. Нет, он был и строгим тоже, конечно, но я имею в виду, что его трудности на работе никогда не сказывались на семье. Дом Андиевых был всегда полон гостей. Как вспоминают близкие, Суслан Петрович обладал еще одним совершенно особым даром. Он умел дружить, как мало кто умеет. Он их искренне любил и получал в ответ то же самое. Мы это оценили, когда его не стало. Они до сих пор помогают, присутствуют в жизни маме и нам. Это все было действительно искренне, потому что, я же говорю, только сейчас я начинаю понимать, как это сложно настолько с людьми взаимодействовать, дружить, любить, чтобы постоянно вот находить на самом деле время друг для друга. Другом он был, ну, незаменимым. Я думаю, что, вот повторюсь, буквально не два, не три человека, как у обычного, вот, среднестатистическая дружба, это два-три близких человека. А к нему, как к родному, относилось, вот, я думаю, десятка, полтора-два точно людей, которые просто любили его как родного человека. Отец и его друзья, вот, они так дружили с семьями, что даже их дети, все, мы все до сих пор дружим, и наши все племянники, внуки уже их, они тоже все вместе знакомы, все дружат, и это многого стоит, я думаю. Вот настолько родной человек для всех, всей нашей семьи, ну, они просто одинаковые. Вот по натуре своей, по, наверное, взглядам на жизнь, по своим поступкам. Это очень важно, я думаю. Они понимали друг друга прям с полуслова. Не зря они все время вместе были, с юмором. И как-то, не знаю, правда, как братья. Дружили они очень близко, тесно, очень как братья. Это, насколько я слышал, знаю, да. Познакомиться, к сожалению, мне не довелось с Иваном. Но папа никогда не пропускал турнир Ивана и Регина. В Красноярске всегда летал. И после с Натальей Алексеевной отношения поддерживаются и по сей день даже с семьями. Были моменты, даже папин турнир юбилейный, они приехали, Наталья Алексеевна, они приезжали сюда с Федерацией вольной борьбы России, они все здесь были рядом, разделяли этот праздник. Да он брат, настоящий брат был. В том же году Суслан Андиев покинул большой спорт и занялся тренерской деятельностью. В 1989 году ему предложили должность председателя Госкомспорта Северной Осетии, и он принял пост. Это было время исторических потрясений. В одночасье рухнула великая держава. Россия погрузилась в хаос. Не обошли драматические изменения и российский спорт. По всей стране закрывались спортивные школы. В поисках заработка уходили из залов тренеры. Судьба великих традиций и будущих поколений спортсменов была под угрозой. Ну, представляете, вот ребята, которые подготовлены, да, они подготовлены физически, они подготовлены психологически, морально, и вдруг они остаются у разбитого корыта, то есть они предоставлены сами себе в эти тяжелые годы. Что бы было, если бы они хлынули на улицу? Время пришлось очень тяжелое, что там говорить.
денег нет, сбора не на что проводить, ребят некуда, не на что отправить, нечем кормить. Как-то у Ивана спросили, кем ты работаешь, он говорит, поберушкой. Хорошо, был все-таки у них определенный авторитет, им не отказывали, много помогали. И ведь сохранили спорт, сохранили борьбу, федерацию. Вот когда была презентация книги «Суслан Андеев», а презентация проходила в Олимпийском комитете России, присутствие выдающихся спортсменов, президент, почетный президент Олимпийского комитета господин Смирнов присутствовал, легенда советского спорта, российского спорта. И он так тепло о нем отзывался, как о чиновнике. Его очень уважали в Москве, потому что он был признан лучшим региональным руководителем спортивного ведомства. Человек, у которого был голос, и голос его услышали, и к нему прислушивались во всей стране, во многом благодаря этому и смогли сохранить спорт нашей республики. Если бы он был карьеристом, на его месте мог другой добиться еще больших успехов, стать и руководителем там, даже республики и так далее. Но он настолько был скромный и знал свое место в жизни, что когда кто-то ему говорил, что Петрович, ты можешь пройти, он говорит, послушай, ты подсказывай кому-то другому, я свое место в жизни знаю хорошо. После его побед, после его вот таких ярких выступлений и слава, которая окружила этого человека, сразу поток детей, поток мальчишек спортивной борцовской секции увеличился в несколько раз. Вот там и значение личности. Мне довелось снять документальный фильм про Суслана Андеева в 2014 году. Я предложил Суслану Петровичу взять его золотую медаль. Вот первая олимпийская медаль. Он принес эту олимпийскую медаль на съемочную площадку в спортивный зал, в зал борьбы Аланы. Произошла магия какая-то. И вот этот свет этой медали, блеск этой медали моментально отразился в глазах детей. И у них реально глаза загорелись, и они кружили Суслана Петровича. Ну, чтобы дойти до олимпийской медали, надо пройти с самого начала. Мне вообще довелось после него возглавить спортивное ведомство. Естественно, я понимал, что после Суслана Петровича я не имею права работать как минимум хуже. Естественно, у меня были с ним постоянные переговоры, разговоры. Я постоянно приходил к нему за советом, спрашивал его, как мне работать, что мне делать, как мне выстраивать вообще работу. Помню первым, что он мне сказал, Рустем, помогай людям. Вот первое, что он мне сказал, это помогай людям. Он очень любил людей. Он очень любил людей, особенно вот свою маленькую Осетию. Он же мог уехать спокойно, ему предлагали то-то, то-то, то-то. Но он сказал, нет, я только буду в Осетии жить и работать, и что-то полезное приносить людям. Я как человеку перед ним преклоняюсь. Но работу он, конечно, делал отлично, любую работу. Ему надо было дать возможность полностью раскрыться, хотя бы именно в развитии физкультуры и спорта в Осетии. Очень рано его там сдвинули. Когда такие люди, а это историческая личность, без преувеличения, Суслан – это историческая личность. Я точно знаю, что для Осетии его не хватает. И не хватать будет всегда. Это очень жаль. Он очень рано ушел. Он бы очень много еще мог сделать, безусловно. Очень жаль. Место его в жизни среди тех, кто прославил нашу Осетию, Россию и Советский Союз.
Он был высок, но не смотрел свысока. Он был велик, но терпеливо решал земные задачи. Он был звездой мирового уровня, но выбрал жизнь в родной Осетии. Он спасал, помогал, дарил вдохновение и достиг самого важного итога человеческой жизни. Оставил по себе исключительно добрую, светлую память.